have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки! С вами Ладушки! Всех с Новым годом! Получается, это наше второе видео из новой студии и первое видео в этом году. И поскольку мы опять возвращаемся к нашему стандартному расписанию, то сегодня будет Дорф-романтик. На самом деле, я не знаю еще, сколько серий у нас выйдет по этой игре. Она мне нравится, и мне нравится здесь находиться, мне нравится здесь проводить время, но я все-таки замечаю некую репетативность, поэтому давайте посмотрим, куда на этой неделе мы сможем зайти. Я вот поставил себе такую цель, что мы еще поиграем сегодня, мы еще поиграем следующую серию, но, в общем-то, я начинаю потихонечку подготавливать следующий проект, который придет на замену Дорф-романтику, не потому, что это плохая игра, а потому, что в нее, наверное, можно играть бесконечно, и очень много чего здесь мы уже увидели. Я считаю, что вот этой недели нам хватит для того, чтобы ознакомиться с тем, что у нас есть, а на следующей неделе у нас, скорее всего, начнется новый проект. Завтра у нас возвращается Fear and Hunger термина. Те, кто ждали, да, ребят, я вас понимаю, вы ждали очень долго. Держитесь, возвращается. По субботам у нас возвращается обычный Fear and Hunger, прохождение за некроманта. В общем-то, все пока там, где и должно быть. Но, ребятушки, очень скоро у нас будут новости на канале. Следите за тем, что происходит. Вы не будете разочарованы, я практически в этом уверен. Так, теперь поехали. Дорф-романтик, как-никак, у нас сегодня игра. Так, получается, плюс один, и у нас... А, ну аж сюда выходит. Ну ты как? Ну, наверное, можно? Нет, нельзя. Нельзя. У нас тут два выхода. Давайте в эту сторону. Давайте вот так. И вот так. А хочу ли я себе полностью все так закрывать? У нас останется вот тут... один кусочек поля, который нам придется... Ну, даже не знаю, хочу ли я так. Там лес, поле. Может, нам к лесу все-таки это все... А, тут у нас еще... О, давайте сюда. Домики, лес, поле как раз. А, минуточку, мне это закроет. Полностью все, что только может закрыть, оно мне закроет. Может... Блин, такой кусочек, на нем есть все, но оно мне все столько не надо. Черт с тобой, давай мы тогда вот тут закроем этот квест. Отлично. Получим еще 5 плиточек, и поле у нас будет выходить теперь только в одну сторону. Зелень. Зелени нам на это много. Можно даже, наверное, знаете... Вот так оно с двух сторон нам будет давать. Оп. Так, ЖД-перекресточек. Куда мы его хотим и куда мы его могем? Где у нас вообще ЖД был? Я забыл эту карту просто нафиг. Так, сюда нам не... Тут там два тупичка, но нам не понадобится. Давайте его сюда вот влепим, наверное. А потом вот сюда еще какую-то железку вкинем. Так, вода. Вода. Давайте воду вот сюда закинем. С кучей деревьев, но у меня под квест, поэтому мне, в принципе, норм. А куда он еще выходит? Может быть... Давайте сюда. Сюда. У меня еще два выхода под эти деревья будут. Да, хорошо. Пустое с домиком. На домике у меня сейчас это, квестов нету. Ой, погодите, а на воду? Воду надо закрыть будет. Да, на домике у меня сейчас ничего нету. Там на водоемы, тут на поля. Значит, по идее, мы можем его просто аккуратненько куда-нибудь вот так вот вкинуть, чтобы он нам не мешал. Еще куча деревьев. Продолжим. А, он еще и с домиком. Давайте вот так вот сделаем. Вот тут неплохо оно сочетается. Давайте вкинем.
Еще куча домиков, куча деревьев. Куча домиков, куча деревьев. Может, вот так? Оно тут... Ай. Вот сюда можно. Вот так тоже не туда. Давайте вот сюда. Вон, кусок поля. Так, 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 так. Нам надо поля развивать бы по-хорошему. Но этот кусок поля у меня тупиковый, можно сказать. Мы его можем вот сюда вкинуть просто для развития. Железка. Железку давайте... А с ней теперь вообще ничего не сделаешь, да? Можно сюда. Давайте мы ее вниз будем вести потихоньку, чтобы она мне воду не перекрывала. Так, поле и лес. Это мне закроет квест. Это... Очень странное развитие леса получится, но... Ну ладно, наверное. Ха, Fallout, окей. У меня тут друзья зашли поиграть. Кстати, да, ребят, наверное, не в тему, но Fallout я взял относительно недавно. И я не знаю, каким он был на выходе, я видел обзоры, и тогда мне не хотелось в это играть, но сейчас Fallout это вполне играбельная штука. Так что, можно сказать, рекомендую. Только не кидайтесь у меня потом ничем, если вдруг купите и вам не понравится, потому что эта штука чисто на вкус. А вы знаете, что на вкус и цвет фломастера, они-то разные вообще-то. Так. Можно сюда лес продолжить. Нам еще много леса надо. Вот, у нас есть квест по воде. Давайте мы, наверное, вот это... Сколько? А, его надо просто... Минуточку, а там надо 5... Там надо 5, 4 получится. Ну давайте. Блин, мне не сюда его надо, ну ладно. А куда оно? Оно сюда выходит. И так я, получается... А вот так не закрою. А вот так не, оно и не надо. То есть по-хорошему... По-хорошему, оно никуда не встает, ну его нафиг. Такие куски поля. Можно вот... Так, а зачем оно мне там? Да ну не знаю, какой-то вот этот кусочек мне не нравится, он вообще никакущий. Так, это закрывает. Ну да, давайте сюда, может быть, да, потом попробуем сюда поле. О, железка. Вот тут мне как раз идеальненько она сюда станет. Кусок воды. Вот сюда с домиком. Еще 3 надо будет. Я смогу сюда и сюда его раскинуть. Ну, давай, хорошо. Поле. Ну, давайте сюда. Просто кусок леса. Это мне всегда выгодно, потому что... Лес мне есть куда развивать. Вот так вот сделаем. Дома тоже, в принципе, есть куда развивать. 6. А как? У меня другой железки нету. Это мне придется новую железку ради тебя открывать? Серьезно? Ну или я просто поломаю себе квест. Я не хочу ломать себе квест. Алло, я не хочу. Видите, она мне ломает тут квест, потому что слишком много железки. Черт, а куда мне ее девать, эту железку? Давай сюда, пожадничаем немножко. Неудобные кусочки, очень неудобные, прям максимально. Сюда это тоже не закинешь. Давай в эту сторону. Так, водоемчик. Сюда не могем, могем сюда. Вот этот можем вот сюда.
Местом, кстати, ой, как хорошо стало-то, посмотрите. Так, куски дерева, куски поля. Там два таких кусочка. О, можно? Можно? Нет, оно нам тут сломает. А. Даже не знаю, куда его девать. Тут тоже нам ломает все. Да что такие куски неудобные даете, ребят? Вы что? Вот, вот этот давайте большой на развилочку. О, да-да-да-да, вот так, ну, с две стороны идеально, отлично. Вот огромный кусок леса тоже мне понадобится. Я могу на самом деле вот так вот его как-то закруглить и потом соединить, но мне нужен будет еще кусок леса. Думаю, да. Мы так сейчас с вами поступим. А, так. Два из трех неплохо, кстати. Поле. У меня три осталось. Останется плюс один, тут останется плюс пять. Хорошо. Закрываем с этой стороны. А, это из-за того, что кусок реки. А кусок реки мы, кстати, можем, наверное, вот сюда закинуть. Это нам сделает как раз то, что... Тут тоже, конечно, кусок реки. О, может быть, сюда реку пусть... Да, ну не знаю. Нам надо плюс 3 будет, да? Получается, выход один останется под поле. Один. Давайте вот сюда, и сейчас потом туда что-нибудь такое, а может быть даже эдакое, тоже его знает. На 77 домов, это возможно здесь, останется еще даже 13. С кусочком дерева желательно бы, но это невозможно. Возможно, конечно, но тут будет на 65 домов. Мне там выгоднее на самом деле. А, они не соединены, ты чё, ты чё? Ну, получается, вот это самое выгодное место. На плюс 13, деревья в эту сторону вытащим. Ага, этот кусок стал идеально, так. ЖД-шку. Давайте вот так вот. Вот это вот не очень удачная линия ЖД, которую я сейчас выстраиваю, но как бы с этим ничего не поделаешь. 12 домов плюс деревья, да, давайте. Мне остается, кстати, мало на выход там. Ладно. А, поле. Не в сторону реки. Да, давайте сюда. И это закруглит нам квест. Супер. А потом мы эту часть закроем. Супер. Вообще хорошо. Теперь домики и пустота. Ой, блин, домики и пустота. Прям хорошая плиточка. Она очень удобная. А куда под... Нет, стойте, тут не пустота. Нет. Зачем мне туда ее куплю-то? Вот так можно. Угу, угу. 8. Идеально. Нам сейчас проще сюда... Тупик! Ой-ой-ой-ой, тупик, как нам его не хватало-то. А куда его? Ну, давайте сюда. Мне потом еще один тупик бы где-нибудь достать. Было бы прям хорошо. А вот эти можно... Где оно выходит? Оно выходит куда? На два места оно выходит. А давайте мы тогда вот так закроем. Ага. И, возможно... Там домик будет не с той стороны, да? Давайте тогда... Вот это мы можем... сюда.
Так, на огромный кусок леса. Вот так вот. И получим выход в эту сторону. Да, давайте. А вот этот тупичок мы сейчас попробуем вот таким вот образом закрыть. Все, флажочек уехал, отлично. То, что нам и нужно было. Кусок воды. Насчет куска воды мы сделали квест. Я бы закрыл воду здесь. Но, наверное, не буду. Как там? Я бы с радостью остался и поговорил, но не буду. Выход на дома у нас останется? Останется. Хорошо. Два поля. В никуда, которые вообще... Почему оно все не в ту сторону, куда мне надо? Так, ладно. Вот тут нормальное прям место под это все. Так, вода. Вода, 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 вода. Погоди, это вода с железкой? Это ж просто вода, правильно? Вот так вот можно сделать. Да, ну идеально тогда станет. На 24 куска поля. пять. Ну тут один добавит. Да, давай. А куда я теперь? Вот сюда могу, наверное. Видите, так она мне теперь уже не дает сделать. А так она мне квест закрывает. Красота, правильно? Правильно. Ла-л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 а. А я даже не знаю. Давайте, может, вниз попробуем. Да, хотя тут вода тоже. С другой стороны, можем этот водоем просто перекрыть, и все, зачем нам дальше поставлять в него. Так, на 7 домов тут у нас 3 домика плюс пустота. Возможно, у нас там останется еще немножко. Видите? Она мне, в принципе, делает то, что надо, так что квест мы выполняем. 5 вода с полем. Во! Вот, хотел я сказать, но нет, не вот. Из-за того, что я сам себя там запер, оно мне теперь... Вон, видите, через 2 плиточки будет кое-что хорошее, то, что мне нужно. Давайте подождем. Ла-ла-ла-ла-ла. О, кстати, а почему не? Давайте маленькое внутреннее озеро просто сделаем для людей. Вообще отлично. Так, лес, дома. Кстати, дома мне уже не надо, да? Мне получается только лес. Потихоньку. Вот эта штука мне сейчас надо. Игра! Игра, знаешь, куда можешь пойти? Игра, успокойся, мне его повернуть надо. Я надеялся на этот кусок. Ну что ты делаешь, блин? Может, к черту этот квест? Ладно, сейчас посмотрим. Давайте вот так. Кусок поля. Просто без воды я теперь его сюда не поставлю. Да, я понимаю, что это я тупанул. Но, блин, игра, прекрати. Так нельзя. А как мне теперь это все? Давай вот так вот. ЖД. И кусок воды. Тут тоже, по идее, можно свое личное озеро маленькое сделать. Где у нас там вода? Слушайте. Давайте вот так. Так, дома. Ну, дома нам уже не актуальны, мы уже получили за них квест, но все равно, знаете ли... Давайте расширим немножко зону обитания. Так.
в эту сторону. Из-за этого куска, ну не из-за куска воды, из-за моей тупости, конечно, все пошло не по плану, но все же. Так. Во! ЁПРСТ, неужели я выберусь из этой мертвой точки? Это просто трындец. Это ломает, это не надо, но я следующую плиточку возьму, мне это не проблема на самом деле. Можем сделать вот так, чтобы закруглить. А тут сделать вот так, и оно нам даст продолжение. Опять с водой? А это следующая будет, да, плиточка? Вот, видите, оно удачно получается. Мы можем вот так сделать. Так, деревья-домики. Это выполняет нам квест, кстати. А давай. О, кабана получаем. Давай, получим. Квестмастер, между прочим. Ну, хорошо, хорошо. Это нам тоже выполняет, но это дает нам тут замкнутую железку. Я не хочу. Я хочу, наверное, вот сюда. Тут, может быть, у нас еще когда-нибудь... У меня уже тупички копятся. Я уже один поставил, осталось еще два тупичка. Ай. Прям как в реальной жизни. Тупички, тупички копятся, да? Угу. Так. Мы можем... Это нам запарывает... Нам нужно большой кусок поля такой, чтобы выходил на следующее. А это мы можем пока что... А вот тут вполне гармонично будет смотреться. Так. Опять же, это нам сюда нельзя. Вот сюда, я думаю, вполне можно. Мы себе клетку давай. Так, 467 плюс... Я же тебе еще оставляю место на выход, вроде да. Хорошо. ЖД плюс кусок этого. Ну, не знаю, не уверен вообще. Можно как бы вот сюда вот пойти. Тут у нас к тому же 3, 2. Да, давайте сюда. Вода на 31. Вот должно быть неплохо. Он нам даст сразу плюс очень много чего. Так, дома, но дома у меня сейчас квест нет, поэтому мы просто можем... Фишка в том, что они тут не соединяются. Ну, давайте сюда пойдем город строить. Давайте в эту сторону. ЖД на 21. ЖД на 6. Можем сюда, по идее. Немножко ограничиваем себя, но в принципе ничего страшного. Это нам выполняет квест, и мы можем еще и дальше пойти. А можем сделать вот... Да, так, и потом соединить эти поля. Мне нужен будет просто большой кусок поля. О, тупичок еще один, супер. Чувак, иди сюда. Тебя тут ждали. Остался еще один. Так, на 33 дома... Это у нас перебор получается, потому что домов слишком много. Вот тут можно. А тут оно, кстати, и неплохо смотреться будет. Или даже вот... Нет, а сюда оно не выходит. Вот сюда надо. На 14 домов. Да, давайте сюда. А, у нас тут, блин, река. Я про реку что-то немножко подзабыл. Хе. Ладно. С куском дерева. С другой стороны, мы реку заперли, да? Да. Все, у нас тут ничего не осталось. У нас река вот эта, которая с флажком выходит. И вот давайте вот в эту сторону пока идти. Так, с полем... Тут даже не знаю, ну ни туда, ни сюда. Ну давайте. Оно мне потом может вот тут аукнуть. А почему я там не могу поставить, напомните? А, потому что кусок воды? Ну-ка. Давай вот так. Хорошо. Всего понемножку. Всего понемножку мне... Мне немножко, наверное. Вот сюда.
Можно вот так, кстати, сделать. Он сохранение прошло, спасибо. Как раз мы выполним тут квестик небольшой. Погодите, ну, за квест же должны были что-то дать. Давайте глянем по домам. Вон еще 10 осталось. Давайте в эту сторону. По крайней мере, мы развилку на дома получим. Так, лес. Это у нас по лесу уже этих квестов. Тут не знаю, насколько торчит. Давайте их потихоньку закрывать. Вот, по 5 плиточек вылетело. Хорошо. Это нам ломает. Нам вот тот следующий кусочек нужен будет. Я понял. Вот этот вот. И он нам даст... Нет, нам нужен не такой кусочек, нам нужен будет тот, который соседний с таким, ну вы знаете, наполовинку. Ладно, хорошо. А я надеялся. Давайте сюда поля продолжать тогда вертеть. Можем. С домами дальше и этим... Ну, давайте. Вот так вот мы их соединим. Сейчас городская среда у нас получится. Дом, лес, короче, куча всего. Не, это не сюда, подождите. Давайте его, наверное, вот так вот сделаю. Сюда может быть потом поле выбраться. Так, вода и железка. Очень жесткое сочетание. А мне там надо было еще на две железки, да? На две. Угу, понял. Давайте пойдем в эту сторону, потому что с этой стороны у нас вода уже есть. Так, вот это вот кусок поля, который мне... Да, по-моему. В смысле, а почему ты ломаешь? Ребят, я что-то не понимаю в этой же... А, тебя теперь становится слишком много? Игра, иди нафиг с такими требованиями, просто серьезно. Свернись куда-нибудь там в это, и... я устал под тебя подгадывать. Продолжим в сторону. ЖД на 23. Во-первых, выполнит мне тут квест, но если я ее поставлю... Сюда. А я ее поставлю сюда. И ЖД на 12. Оно тут ломается, вот там ему будет нормально, значит. Да, я думаю. Давайте так сделаем. Так, водички. Можно, кстати, вот тут будет соединить у нас эти два водоема. Срастутся, сползутся. Можно бы, конечно, и сюда... У нас там выход на... Да, давайте, наверное, вот сюда пойдем, в эту сторону. Вон, кусок поля. Вот этот вот. Теперь... О, кстати, неплохо. Неплохо. Видите, даже идеально стало. Можно сделать вот так. И последним кусочком вот тут вот замкнуть. Все. Квест сделали. Так, теперь на миллион деревьев просто. Вот сюда. Вот теперь... А, как бы оно там все не обломалось. И теперь с этого... Ладно. Воду уводим наверх. Хотя... Не, погоди. Давайте воду сюда. С домиком оно там не вяжется, к сожалению. А
как тебя? Ну, давай вот так. Так, вон, как раз кусочек поля, который мы сейчас... Вот... оно даже не светится, да? Ну, давайте вот так вот. Мы его закроем, и все, чтобы оно не рыпалось. Теперь деревья продлим в эту сторону. Оно еще идеально стало, вообще хорошо. И это нам закрывает квест, это вообще идеально. На 72 дерева. То еще на нормальном мы потом сможем... ЖД... Ой-ой-ой, гляньте, как хорошо эта плиточка тут станет. Поле на 43, да. Я закрыл вовремя, да? Угу, да-да-да. Я все так и сделал. Можно сюда, оно хорошо станет и поломает квест. И к черту, что он поломает квест, оно слишком хорошо там стоит. Я, наверное, на самом деле не настолько уж и гонюсь за всем этим, чтобы оно было... Так. Дома плюс зелень. Ай, не то не сочетается. О, кстати, вот сюда вот можно. Да, да, хорошо. Сюда потом домик. А, погодите, а если вот... Ага. Это выполняет не один квест и дает еще и другой. Неплохо. Вот, ну давайте воду в эту сторону подкидывать. Можно, конечно... Не хочу в эту сторону, давайте. Так, опять под деревья. Ну, у нас деревья с правой стороны растут стабильно, с этим все нормально. Один деревьев, это много, это хорошо. О, там кабанчик бегает, смотрите. А, стойте, у меня же там под дома было, да? Да, давайте тогда будем последовательны в наших рассуждениях, не правда ли? Или хотя бы вот так вот поставим. Так, еще один. У нас их тут уже сколько? 4. Просто коллекционируем. Но они от одного к другому идут. Нормально. Оно тут неплохо вписывается. Вообще, смотрите, выглядит все вполне шикарно. Тут кораблики плавают. Тут у нас... Вон кабанчики ходят, видите? Мне нравится. И причем, заметьте, что все это та же самая партия. Мы за счет квестов продолжаем себе держать ту же самую игру, которую мы начали сколько уже серии назад. Неплохо, неплохо. Но оно как бы в этом и заключается, я понимаю. Поэтому я же говорю, что, в общем-то, когда научился, оно уже норм выглядит. Я хочу в эту сторону, вот так, плыви. Нет, дальше плыви, дружище, там можно. А зачем камень? Почему камень? Так, железка с водой. Такое сочетание. Тут было уже. Давайте еще одно. Так, целиком город. Да, потому что с него вокруг потом будет проще строить. Плюс один. Мы наконец-то сейчас закроем этот квест. А, вот так вот сделаем. Получим плюс 5. И, ребятушки, давайте тогда... Знаете что? Давайте тогда на этом заканчивать. Как вы видите... Да, мы немножечко подопустили количество плиточек, как раз сохранилось. Вот. Тут особая плитка. Можно будет, кстати, попробовать к ней сходить. И тут особая плитка. Я понял. Хорошо, все, тогда продолжим в следующей серии. Пока что на этом все. Спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, бобра. Всем молодушек. Всем покеда.